Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на разборе один очень интересный и перспективный проект. Проект я изучил, он мне понравился, и сегодня я хотел бы рассказать вам о нем. Данный проект у нас называется «Алхимия». «Алхимия» является именно ведущим поставщиком криптовалютных платежных решений и также технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который поддерживает как и онлайн, так и офлайн продавцов именно с быстрыми, безопасными и удобными гибридными криптофиатными платежами. И также системами, ну и решением для всех торговых точек, да, продавцов и также покупателей. То есть клиент именно проверяет свои покупки, да, то есть корзину для покупок, далее он выбирает криптовалюту, которую он хочет оплатить, да, свою покупку. Ну а потом просто сканируете QR-код и платите с помощью криптовалюты. Все мы давно уже мечтаем платить за все свои покупки, за все свои услуги именно в криптовалюте. Это намного удобнее, намного быстрее. Но сейчас таких решений на рынке достаточно мало, да, нам предлагают, что мы можем именно оплатить криптовалютой. И данный проект именно, мне кажется, будет очень популярен из-за того, что мы сможем платить криптовалютой. В данном проекте есть плюсы как и для торговых партнеров, так и для покупателей, ну и для разработчиков. Давайте расскажу об этом более подробно. Для торговых партнеров проект предлагает гибридные платежи, да, гибридные платежные решения, то есть которые позволяют вашим офлайн и онлайн компаниям принимать платежи как в фиате, так и в криптовалюте и сделать это более быстрым, более безопасным способом. То есть проект будет платить вам и вашей местной фиатной валюте без какого-то там риска всех расчетов, да. Для покупателей Алхимия предлагает вам полный спектр платежных решений, то есть чтобы помочь всем вашим клиентам, да, принимать платежи также в фиате, криптовалюты с конкурентоспособными и современными расчетами, то есть вы свяжетесь именно с проектом, да, для получения лидирующих на рынке решений и уже можете начинать сразу расширять свою торговую сеть. То есть для вас это будет очень удобно. Ну и что касается у нас разработчиков, то здесь индивидуальные корпоративные разработчики, да, они играют очень важную роль вообще в разработке всех продуктов и услуг, то есть подкрепленных именно консенсусным протоколом проекта Алхимия, и вы сможете работать с ними вместе, чтобы решить, ну, какие-то более сложные, да, какие-то более современные решения подберут для вас и для вашей компании. То есть онлайн и офлайн трансграничные и также кросс-цепочные транзакции будут. Это все быстро, достаточно безопасно, ну и очень масштабно, да, они прибегают именно к решениям всех вопросов более масштабно. Также здесь будет машинное обучение, ну и искусственный интеллект для снижения риска мошенничества, самоуправляющаяся именно общая экосистема, стимул, да, для поощрения лояльности и также поощрения деятельности на платформе, что тоже будет подталкивать как можно больше людей пользоваться именно данной платформой из-за стимула поощрения, ну и лояльности, конечно. Ну и здесь будут гибкие платежные модели, доступные для поддержки потребностей отрасли. Проект достаточно интересный, проект уже работающий, у проекта есть сильная команда. Я бы советовал вам обратить на него внимание. В описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, на их соцсети. Обязательно заходите, изучите. Я думаю, что проект вас заинтересует. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить лайки. Всем пока!